открытый в эту тему сразу бью.
alias, malogon de le rason tia sur qui se chenies, arachish, amarech, amarona sauf, chinelis, couravent, 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 Хочу на земле.
мыслям, к его сердцу. На этом месте прямо сейчас от страха перед людьми. Это ярмо, это бремя, оно спадает с тебя. Тебе становится совершенно безразлично, что о тебе говорят, что о тебе думают и как тебя видят. Ты не предстоишь перед людьми, ты предстоишь прежде всего перед Богом. Жив Господь, перед которым я стою. Это наша позиция. Это наша позиция в духе. Это наша позиция в истине. Как Давид сказал, ради него я и вообще унижусь. Милхола любила видеть его в облачении царя, но она не хотела видеть его в облачении священника. Все, что люди на тебя надели, всякие кандалы, бремя, цепи, ярмо, железное, деревянное, вавилонское, египетское, пусть этот елей прорыва прямо сейчас сойдет на твои плечи и высвободит твои плечи, сойдет на твои легкие, чтобы ты начал дышать глубоко, чтобы твой дух начал вдыхать глубоко. Пусть путы спадут с тебя. Все, что против тебя, перечеркнуто. Все записи, которые против тебя, совершены фараоном, уничтожены огнем Божьим и силой крови Иисуса, стерто все негативное против тебя. Потому что ты достоин любви Отца. Ты достоин той платы, которую заплатил. И цена, заплаченная за тебя, это цена его крови. Самая высокая цена во вселенной была заплачена за тебя. И ты не ничтожество, ты не ничто, ты не червь. Ты принц, ты царь, ты благословенный Господом. Муж желаний, как Даниил. И Бог будет встречать твои желания, когда ты будешь искать Его желания. И ты только будешь молиться, и Он будет говорить, здесь я есть здесь, на этом месте. Ты не закончишь свою молитву, и она уже будет отвечена.
Иисуса, и я впадаю в любовь Иисуса, и я ныряю в любовь Иисуса. Это самое лучшее для меня. Я впадаю в любовь Иисуса, я впадаю в любовь Иисуса, я ныряю в любовь Иисуса. Это самое лучшее для меня. Это самое. Доступно для нас. Мы имеем доступ в те сферы, которые
которые никакое небесное и земное существо не имеют, кроме нас. Только мы сотворены по Твоему образу и подобию, и никто другой. И через нас Ты желаешь открываться всей вселенной, открываться с нами Божьими. Исполнится этой страстью, исполнится этой жгучей любовью.